Звенигород, Богородица Рождественский Савино-Сторожевский монастырь, основанный преподобным Саввой на горе Стороже. Свое название это место, гора Стороже, или местность, именуемая Сторожами, получила в глубокой древности. Скорее всего, здесь находился наблюдательный пункт, возможно, с наблюдательной вышкой, откуда воины следили за движением неприятеля, который, не дай бог, мог идти по водному пути, по Москве-реке, или же сухопутным путем, давали знать дымовыми сигналами ближайшие населенные пункты, крепости и в саму Москву. Но это времена былинные. Наш же рассказ о преподобном Савве и основанном им монастыре. На горе Стороже, у стен Савино-Сторожевского монастыря, бронзовый памятник преподобному Савве Сторожевскому. Немного о его жизни до прихода сюда мы уже говорили. Каким был преподобный Савва в обители Аввы Сергия, игумена земли русской в Троицком монастыре? Это был человек совершенно удивительный, но каких-то биографических точных данных о нем нет. Ну вот смотрите, после кончины преподобного Сергия Епифаний Премудрый собирает материалы, составляет житие, и мы обстоятельства его жизни знаем довольно подробно. Почему в данном случае не так? Ну, во-первых, житие составлялось гораздо позже, в 16 столетии, а к канонизации преподобного Саввы. Ну, а главная причина-то, наверное, все же не в этом, а в том, что, придя в монастырь, он сказал: «Не спрашивайте, как меня зовут», и словно оставил все у порога своей будущей иноческой кельи. Предположительно, в то время ему было лет 15, ну, от 15 до 25, это был достаточно молодой человек, хотя и тогда люди рано взрослели. И ранние постриги были не такой уж редкостью. Немножко говорится о нем как-то вскользь, что вот он сменил мягкие одежды на волосиницу. Ну, понятно, что люди бедные в мягких одеждах не ходили. Можно представить себе, что он принадлежал все-таки к разряду людей знатных и богатых. Да, кстати, волосиницу носили все монахи. Это не было средство аскезы какой-то индивидуальной. Это нижняя рубаха из такой грубой шерсти, которая все время уязвляла тело и не позволяла иноку расслабиться. В зимой в ней было не холодно, но зато она постоянно доставляла, давала о себе знать вот этими уколами. Летом было невероятно жарко, но снимать ее вообще не полагалось. Так вот, сменив мягкие одежды на лосиницу, преподобный Савва пришел в Троицкий монастырь и был в числе первых учеников преподобного Сергия Радонежского. Он мало говорил, он очень ценил слово, был сосредоточен на своем внутреннем мире и, как говорят, совершал бдение над душой своей, видимо, прижигая малейшие ростки каких-то страстных движений и помыслов. Отличался удивительной чистотой души, настолько удивительной, что братья избрали его своим духовником. Иными словами, преподобный Савва Сторожевский – это человек, которому исповедовался сам преподобный Сергий. А здесь, в Звенигороде, отношения преподобного с князем Юрием Дмитриевичем продолжали оставаться, можно сказать, идиллическими. Но уже после того, как преподобный Савва отошел в вечность, после того, как ушла из жизни благочестивая, нищелюбивая и любящая супруга Анастасия, князь Юрий Дмитриевич перевернул мрачную страницу в своей жизни и в русской истории. Волей-неволей он стал причиной длительной междоусобной войны, которая продолжалась более 20 лет. Все началось после смерти его брата Василия Дмитриевича, после того, как московские бояре возвели на престол сына Василия. Это был новый порядок передачи престола от отца к сыну. А все привыкли к старым нормам, когда престол
принимал старший вроде. Иными словами, у дяди были все преимущества перед племянником. Юрий Дмитриевич отправился в Орду судиться у хана. Туда же прибыли московские послы, которые говорили, что ни мертвые грамоты, то есть завещания, ни прежние летописи забытые не имеют никакого значения, а лишь воля милостивого хана. Хан склонился на сторону юного Василия. Ну а Юрий Дмитриевич продолжал бороться за Москву. Москвой завладел, где и умер. В 1434 году был похоронен в Архангельском соборе Кремля. Напротив его места погребения есть изображение, как это и было принято. Погребенных там князей и царей изображали напротив гробниц. Ну а дальше смута принимает новый виток, переходит на новый виток. Василий Косой, Дмитрий Шемяка, сыновья Юрия Дмитриевича, борются с Василием Васильевичем. В общем сказать, обе стороны не на высоте. Сначала по приказу Василия Васильевича ослепляют Василия Косого, потом Дмитрий Шемяка ослепляет Василия, которого с тех пор прозывают Василий Темный, темный, слепой, незрячий. Причем происходит в это очень драматический момент. Параллельно распадается Золотая Орда, татарские отряды терзают русскую землю, а часть из этих татар переходит на службу. Вот во время этих событий в 1445 году, потерпев военное поражение, Василий Темный, тогда еще просто Василий Васильевич, попадает в плен. Выкупается за большую цену на волю, возвращается в окружении татарских князьков Мурз, которые переходят к нему на службу. Московский люд, который, в общем-то, поддерживал Василия Васильевича, полагая, что это порядок передачи престола от отца к сыну, избавляет от искушений разного рода усобиц, кровавых междоусобных войн. И совершенно правильно. Но здесь они говорили: смотрите, татар он ласкает, а русского человека томит безмерно. Этим воспользовался Шемяка и ослепил Василия. Все это продолжалось, в общем-то, до самой смерти Дмитрия Шемяки, последнего претендента на великокняжеский престол из потомков Юрия Звенигородского. Он умер в 1453 году в Великом Новгороде. Полагают, что он был отравлен. И тем не менее, несмотря на период губительной смуты, в русской истории произошли позитивные изменения. Но прежде всего была отвергнута Василием Темным уния, союз с Римо-католической церковью, заключенный греками на Феррара-Флорентийском соборе, который на Западе до сих пор именуют Восьмым Вселенским. Был изгнан с престола митрополит Исидор, грек, который в этом недобром начинании участвовал, был назван великим князем латинским ересным прелестником, а потом исчез, бежал. Ну, в общем-то, его никто и не разыскивал, и не догонял. В 1448 году была провозглашена автокефалия, самостоятельность русской православной церкви. При Василии Темном возрастал его сын Иван III, и уже при жизни отца именовался великим князем, входил во все дела государственного управления. История же монастыря тоже была полна событиями, может быть, не столь значительными. Менялись владельцы Звенигородского края. Ну, а потом установилось полное единодержавие. И вот следующая история, после истории о князе и иноке, наверное, может начаться с эпизода, который можно назвать «Царь и медведь». Царь и медведь и преподобный Савва. Государь Алексей Михайлович, второй представитель династии Романовых на престоле, человек, который никуда не спешил и все успевал, совмещал полезное с приятным, страшно любил охоту. Исполненные глубокой поэзией наставления в соколиной охоте и одновременно настоящее пособие для охотника. Любил и охоту звериную. Однажды здесь, в окрестностях монастыря, царские охотники обложили медведя. Но во время охоты случилось так, что государь остался один и без оружия. Вот тут-то Мишка и вышел ему навстречу из лесной чащи. Царь простился с жизнью. Вдруг появился старичок-монах,
и медведь сразу же исчез. «Кто ты?» – спросил государь своего неожиданного спасителя. «Я монах здешнего монастыря, и зовут меня Савва». Царь примчался в монастырь, спросил у настоятеля, велел немедленно представить ему своего избавителя. Тот сказал: «Нет у нас Саввы, государь, в монастыре». И только в соборном храме Алексей Михайлович увидел изображение преподобного Саввы и понял, что это был он. XVII век подарил монастырю удивительную колокольню, совершенно неповторимую, хотя в основе композиции принципа строения псковских звонниц. Сначала здание было вполне симметричным. Ярус звона, средняя башня большая, по бокам две маленьких. А потом появилась маленькая башенка, на которой установили часы наземной работы, взятые Алексеем Михайловичем в качестве военного трофея. Но вот эта вот асимметрия никак не повредила, а напротив, на мой взгляд, украсила здание. И вообще в древнерусской архитектуре принцип симметрии выдерживался далеко не всегда, особенно в 17 веке. Ну, а насчет трофея. Это момент очень важный. История с медведем, личная история царя Алексея Михайловича, конечно, сыграла свою огромную роль в его особом отношении к Савино-Сторожевскому монастырю. Но, кроме того, не забудем, государь не только благочестивый, но и очень практичный человек. Он готовится по благословению господина Кирникона, патриарха московского и всех северных стран, начать войну за земли отцов и дедов. Войну с Польшей, за Малороссию, за Белую Русь. Ну, а первый этап, конечно, это отвоевать Смоленск. Смоленск-то польский, а он совсем рядом. Поэтому здесь за 2 года строят мощную крепость. Это не просто украшенная ограда царской резиденции, каковой являлась обитель, а это вполне надежное фортификационное сооружение. 2000 крестьян под руководством Николая Михайловича Бабарыкина, он так и пишется в официальных документах по имени-отчеству, это большая честь, и дьяка Андрея Шахова создают новый монастырский ансамбль. Чтобы его разглядеть, нам с вами необходимо подняться на колокольню, оттуда все очень хорошо видно. В результате перестройки монастыря при Алексее Михайловиче сложился в целом тот самый архитектурный ансамбль обители, который сохраняется до нашего времени. Ну, потом ансамбль пополнился еще целым рядом построек, ну, в частности, вот этой колокольни, на которой мы сейчас с вами и находимся. Ну, а что предприняли в середине 17-го столетия? Ну, во-первых, по всей видимости, разобрали все деревянные постройки, все прежние постройки. Были возведены путевые дворцы. Это было совершенно необходимо, потому что монастырь становится царским богомольем. То есть не местом, куда периодически приезжали поклониться мощам преподобного Саввы наши государи, как это было, скажем, при Иване Грозном, Федоре Иоанновиче, государе Михаиле Федоровиче I, царе из Думы Романовых, и при его отце святителе Филарете. Нет, теперь Алексей Михайлович бывает здесь несколько раз в год, причем со всем своим семейством, со всем окружением, и не только ближайшим. И вот для женской части участниц похода, богомольного похода, строится дворец. Тогда это была первая супруга Алексея Михайловича, Мария Ильинична Белославская, вот она, ее ближайшие боярыни, ну, понятно, дочки, они вот в этом дворце обитали. Он очень нарядный, особенно замечательные крылечки, восстановленные уже в 20 веке нашими реставраторами. Троицкая церковь – это один из последних шатровых храмов на Руси. Патриарх Никон, тогда он был в силе, тогда у них с государем были прекрасные отношения. Алексей Михайлович слушался своего сабинного друга во всем. А он усматривал
почему-то в шатровых завершениях нечто языческое. И потом запретил строить шатровые храмы по всей Руси. Но после Никона все равно строили шатер, как навершие храма, сохранялся в нашем северном деревянном зодчестве. Ну а в больших городах шатер перекочевал просто-напросто на колокольню. Получились замечательные колокольни с шатровым завершением. По другую сторону Рождественского собора двухэтажный дворец царя Алексея Михайловича. Его декоративное убранство сохранилось хуже. В XIX веке он выглядел довольно казенно, а в XVIII он еще и сгорел. Восстановили его как здание, в котором разместили Звенигородское духовное училище. Оба дворца устроены одинаково внутри, это анфилады комнат, но из царского дворца переход шел прямо в храм Рождества Пресвятой Богородицы. Можно было в любую погоду пройти прямо в царскую моленную, где царская семья по обычаю, вполне оправданному, как мы знаем, молилась отдельно, всецело сосредоточившись на богослужении. В центральном, самом большом районе яруса звона находился колокол Благовестник, отлитый в 18 столетии мастером Григорьевым. Весил он 35 тонн, но главное его достоинство заключалось не в этом. Были колокола и большие весом. У него был удивительный звон, удивительной красоты, удивительной силы. И даже говорили, что иногда этот звон был слышен на окраинах Москвы, но уж в соседних монастырях-то совершенно точно, в Аносином Борисоглебском и Воскресенском Новоиерусалимском. Монастыри как бы перекликались друг с другом звонами. Получался вот такой вот мелодичный треугольник. Все эти обители находятся не так уж далеко, но и не слишком близко друг от друга. А вообще набор колоколов был очень интересный. Среди них были и колокола трофейные, военная добыча Алексея Михайловича и Петра Великого. Но все они погибли. Когда гибли колокола наших русских храмов, это 30-е годы, а возродили колокол к юбилею обители в 2003 году. Он тоже весит 35 тонн. Ну, чтобы услышать его звон в полную силу, надо, конечно, побывать здесь, в Савино-Старожевском монастыре, постоять у подножия этой колокольни. Ну, в любом случае, колокол тот самый, который, как считается, изображен на гербе Звенигорода, вновь вернулся на свое место. Посетителей Савино-Старожевского монастыря обычно удивляют остатки вот этих вот сводчатых помещений. Сейчас они укрыты под снежной шапкой, но вот здесь даже сохранились в проемах оконные решетки, кованые, явно старинные. Все это результат раскопок, но оставлен он здесь не случайно. Дело в том, что здесь когда-то проходила северная граница обители. Все, что слева от нас, это территория монастыря до 17 века. То, что справа, та территория, которая была присоединена или, как говорится, прирезана к обители в середине 17 столетия при государе Алексее Михайловиче. А это остатки подвальные помещения надвратного корпуса. Он был каменным, так что не только красавец Рождественский собор был выстроен из камня, но и теплая трапезная с храмом преподобного Сергия, надвратным храмом. Эта постройка была воздвигнута князем Юрием Ивановичем, третьим сыном Ивана III, который получил Звенигород себе в удел. Вообще-то жил он постоянно в Дмитрове, считался князем Дмитровским, но бывал здесь часто и благотворил обители. Но это уже остатки удельного устройства, которое очень скоро будет преодолено. Ну а пока вот этот князь монастырю благотворил и пожаловал ему 38 деревень. Царевна Софья Алексеевна, сводная сестра Петра Великого, тоже любила бывать в Савино-Старожевском монастыре, но, во всяком случае, хранила об этой обители самые светлые воспоминания. Здесь, в этом путевом дворце, в царицыных палатах,
с тогда еще живой матушкой, с сестрами, бывала она. И, конечно, эти поездки были и прикосновением к святыне, ну и вообще вносили яркое разнообразие в обыденную жизнь московской принцессы, которую прятали от дурного сглаза. И, в общем-то, жизнь ее была подчинена дворцовому ритуалу. Но Софья обладала и живым характером, и мужским складом ума. В нашей истории она обычно выступает как соперница Петра, как первая претендентка на женское царство. Это все так. Но при этом был момент в жизни царевны Софьи, когда она Петра спасала. Речь идет о кризисе, вошедшем в нашу историю как Хованщина. 1682 год, сплетение разных политических интересов. Это и попытка разыграть стрелецкую карту, попытка использовать представителей старообрядческого движения. За всем этим стояла сама Софья, но получилось так, что она выпустила джина из бутылки. Кровавые расправы над представителями Нарышкиных. Софья сама напугана размахом действий. Основная действующая сила – стрельцы, которые выговаривают себе права и привилегии, ставят памятник своим героическим, как они считали, деяниям на Красной площади и требуют переименовать их в надворную пехоту. А за стрельцами князь Иван Хованский, который сам мечтает завладеть троном московских царей. И вот в один из эпизодов этого кризиса Софья вместе с братьями, это цари, соправители, совсем юные, Иван и Петр Алексеевичи, оказывается здесь, под покровом преподобного Саввы. Это сентябрь 1682 года, у мощей чудотворца, за надежными стенами, в окружении надежных войск. И только потом, под охраной, надежной охраной верного воинства, все они перебираются в Троице-Сергиев монастырь. Что касается Петра Великого, он на богомолье ездить не любил, вероятно, потому что не помнил этого совсем с детства. Вообще он не был знаком вот с этим придворным ритуалом, распорядком придворной жизни. Но здесь бывал, здесь он отмечал свои именины, свое 17-летие, точнее, это был день рождения. И ради этого у стен монастыря он разыграл потешное сражение со своими любимыми преображенцами. Царь Алексей Михайлович и его предшественники щедро жертвовали на монастырь. Царевна Софья Алексеевна делала сюда вклады. Опять же, за счет казны велось каменное монастырское строительство. Петр же Алексеевич монашество не понимал, прямо скажем, и пожертвовал тоже сюда, в монастырь, некий вклад в виде двух бочек сельдей. Но это совсем другая история, совсем другой век. Продолжение истории Савино-Старожевского монастыря в следующем выпуске нашей программы.